ледяные поля, а это айсберги. Пингвин, не в поселке ли Мирном в Антарктиде мы находимся? Нет, на Рижском взморье. Капризы природы в этом году могут любого ввести в заблуждение. Лед в заливе в середине мая явление исключительное. Но, как видите, некоторые курортники уже начали купальный сезон. Ну, а как же попал в эти края пингвин? А вот он действительно из поселка Мирного. Пингвина Нину прислали полярники Антарктиды в подарок рижской детворе. Сейчас Нина обучается в звериной школе у дрессировщика Владимира Дурова.